ваши родные, ваши близкие не останутся без внимания. И за это я вам отвечаю. Поэтому счастливой вам дороги и успешного возвращения домой. Давай спросим, может быть, согласятся. Сейчас. Анна Михайловна. Анна Михайловна, да? Вы провожали сына своего? Зятя провожала. Как его зовут? Николай. Николай, первый раз он в командировку? Седьмой раз уже. Седьмой раз? Да. И каждый раз, наверное, тяжело его ждать, да? Да, конечно. Очень волнуемся все. Вот дочь была маленькая, еще провожали. А дочку как зовут? Карина. Карина. Да, Карина, что хочешь папе пожелать? Счастья. Счастья? Чтобы быстрее возвращался, да? Угу. Ну так скажи слова. Скажи, хочу, чтобы вернулся быстрее. Не только он, а все, чтобы вернулись живы, здоровы. Благополучие, всего хорошего. Я ему тогда игрушку положила, а сегодня шоколадку положила. Понятно. Сама готовила сюрприз, да, для него? Да. Он даже не знает. Ну вот, видишь, как обрадуется, когда приедет, да? Ну все, да. Шоколадка может растаять.